допустить. Кто делил на титульную нацию? Я вот не могу понять. О каких-то мифических бандеровцах вы будете мне рассказывать здесь? Да? Бандеровцы виноваты? Я сейчас лексику использую Владимира Путина. Вы ее поддерживаете? Это виновата бандеровская идеология. Что такое бандеровская идеология? Бандеровская идеология — это когда людей убивали сотнями тысяч, потому что они не были украинцы. Да вы что? Да, Волынская резня. Вы хоть понимаете, о чем вы говорите? Да, сейчас? Я понимаю. Волынская резня. Да. Когда началась Вторая мировая война? Что? Когда началась Вторая мировая война? Волынская резня была... Когда началась Вторая мировая война? В 41-м. Да вы что? Да-да. Не в 39-м? Нет. Не в сентябре 39-го? Нет. Не с раздела Польши? Нет. Вторая мировая война началась в 41-м? Давайте мы будем отвечать на мои вопросы или на ваши вопросы. Нет, давайте надо вы будете беседовать со мной и отвечать на мои вопросы. Но мы не произошла ли в Крыму оккупация? Я уже отвечал на этот вопрос. Скажите, да или нет? Я буду говорить так, как я считаю нужным. Уж точно вы мне не навяжете мне мой ответ. Но очень многие пытались, случае. Это не я получится. За демократию, я за плюрализм мнений. Я не голосовал 16 января за ограничение гражданских прав. Я не буду 10 раз отвечать на один и тот же вопрос.